Привет, с вами Катя. Сегодня покажу вам рецепт изысканного праздничного салата. Для этого салата мне понадобится в равных количествах сыр фета, виноград, креветки, а также несколько листьев салата. Виноград вы можете брать любой, но если он с косточками, то их надо будет удалить. Я буду собирать салат порционно в креманках. Для того, чтобы красиво их оформить, разболтайте один белок. Вылейте его в тарелку. На вторую положите измельченный укроп. Аккуратно опустите креманку в белок и в укроп. Если где-то укроп слишком длинный, можете его подстричь. На дно креманки укладываю листья салата. Просто рву их руками. Мелким кубиком нарезаю фету. Аккуратно кладу на салат. Сверху креветки. Разрежьте их на несколько частей. Последний виноград разрезаю пополам. У меня он без косточек. Для заправки я использую растительное масло с лимонным соком. Если хотите, можете добавлять майонез. Вот такой красивый, а главное очень вкусный новогодний салат у меня получился. Этот салат очень изысканный и на вид, и на вкус. Он будет отлично смотреться на любом праздничном столе. Желаю вам приятного аппетита! Спасибо, спасибо, всем расходимся. Спасибо за просмотр! Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь видео с друзьями в социальных сетях. А также обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм. Ссылку вы найдете в описании под видео. Всем пока! Кухонные фишки!